И сегодня мы посмотрим очень интересную схватку Ержана Истанова и киргизского файтера Бусурманкул Абдильбаит Улу. Прошел данный поединок в 2015 году на родине Истанова в городе Шымкент. Итак, все внимание на экран. Я объявляю 10-й рейтинговый двухраундовый бой в полулегком весе. Дамы и господа, многие ждали этого поединка, и сейчас у вас будет возможность его увидеть. Встречайте бойца в синем углу клетки из Кыргызстана Бусурманкул Алай Абдибаит Улу. Ему 25 лет, рост 170 сантиметров. Чемпион мира по грэпплингу, финалист чемпионата Азии и Океании по грэпплингу, победитель профессионального международного турнира «Алаш Прайд Селекшн 8» из Бишкека, Кыргызстан, Бусурманкул Алай Абдибаит Улу. На профессиональном ринге он провел 9 боев, одержал 8 побед. А сейчас я приглашаю в октагон его соперника в красный угол клетки. Приглашается боец из города Шымкент Ержан Арлан Естана. Бойцу 30 лет. Его официальный вес 65 килограммов 800 граммов, рост 174 сантиметра. Победитель профессионального международного турнира «Алаш Прайд. Великая битва 2». Победитель профессиональных турниров международной лиги «Алаш Прайд Файринг Чемпионшип». На профессиональном ринге он провел 23 боя, 16 из которых одержал победу. Из города Шымкент, Казахстан, Ержан Арлан Естана. Бойцы в середине, внимательно слушай мою команду. После команды стоп не работаем. Сетку, шорты не хватаем. Ясно? Пожали руки. Удачи по углам. Первый раунд. Байка. Остань. Хайтала,
Конец первого раунда. Второй раунд. Thank you.
Конец второго раунда. Дамы и господа, по истечении двух раундов этого поединка победу единогласным решением судей одержал Ержан Арлан Естанов! Друзья, надеюсь, вам понравился.